Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет обзор очередной посылки с Китая. Вот пришла она у вас в такой коробке, немного, конечно, помялась, но в принципе не страшно. Пришла довольно-таки быстро, подсвежил, вроде бы где-то около 15 дней, не больше, очень быстро весит, 0,280, 258 килограмм, ну получается 258 грамм. Тут написано Light, это скорее всего какая-то вот, я не знаю, лампочка 15 RGB, тут иероглифы какие-то, ну скорее всего это у нас получается LED лампочка со сменными цветами, так скажем. Давайте ее вскроем. Ножик уже в конец затупился, им открывать довольно-таки неудобно, ну в принципе для того, чтобы так просто протыкать целлофан, его хватает. Уже ножик не то, не торт. Придется, скорее всего, либо его затащить, либо купить новый. Ну, учитывая, что он стоит вообще копейки, легче будет купить намного новый. Упаковали довольно-таки неплохо. Заказывал все это на AliExpress. Опа! А тут у нас, оказывается, не одна лампочка. Вот они какие-то хитрые. Ах-ах-ах. Вот. И тут еще какой-то гифтик упал. Вот. А, нет, это не гифтик. Ну, наш обознался, значит. Вот такие вот дела. Вот ко мне пришло две лампочки, получается, две отдельные лампочки. Вот одна, вот вторая. Это у нас цветная, это простая, получается, LED-овая. Ну, просто белый цвет будет. Это для освещения рабочего стола, поскольку вы, как можете заметить, что у меня освещение не самое лучшее. У меня вообще тут лампа накаливания, фотоаппарат при помощи специальных там настроек изменяет все это под лампу дневного света, поэтому выглядит более-менее нормально. Но для лучшего освещения заказал LED-лампочку, плюс еще она очень экономичная и очень долго работает. То есть срок годности у нее очень большой, поскольку если сгорят один светодиод, то другие работают. Это не мешает работоспособности всей лампочки. Вот такое вот LED-освещение. Давайте его, может быть, даже попробуем. Сейчас я попробую вкрутить его и посмотрим, насколько лучше он освещает. И поскольку это совершенно разные типы лампочек, мне пришлось, получается, переключить камеру на режимы лампочки дневного света, поскольку из-за этого вы бы видели просто очень-очень тусклую картинку. Чтобы картинка была более-менее сочной, все было бы... Ну, я включил эту, так скажем, режим. Как видите, сейчас освещение стало намного лучше, все намного лучше рассеивается. Так, я, собственно, ее достал. Ну, в принципе, лампочка светит довольно-таки ярко, надеюсь, служить будет долго. Вот такая вот лампочка. Давайте достанем вторую лампочку, посмотрим, что у нас тут. Так, открывается как-то туговато. Есть еще особенность такая магазина, то что обе лампочки, хоть я заказывал их разными заказами, прислали в одной коробке. Это, по-моему, немного странно, но, видимо, они заметили, что заказы с одного и того же адреса, и решили это слать в одной коробке, чтобы не платить много за доставку. Вот такая вот тоже вот лампочка. Она у нас получается RGB, то есть Red, Green, Blue. Получается, это многоцветная лампочка, красная, зеленая, голубая. Нет, даже не голубая, это синяя, которую можно управлять с помощью такого джойстика. Скорее всего, я ее сначала потестирую, я не знаю, как она вообще себя ведет. Так, ну-ка, цоколь какой-то, я не знаю, какой-то короткий, по-моему, он не такой. Не знаю, посмотрим. Ну, вроде бы такое ощущение, что они даже делаются на одном заводе. Поскольку, видите, цоколя похожие. Похоже сделано. Ну, в принципе, вот такая вот лампочка. Вроде бы тут ничего, больше никакой информации нету. В коробке больше ничего, кроме этих лампочек, не было. Такой вот, видимо, пульт. При помощи этого пульта можно управлять этой лампочкой. Ну, для этого я сделаю отдельный обзор, поскольку ее надо потестировать. Я хочу понять, что к чему. Потому что, может быть, она какая-то с особенностями, и, может быть, она работает не то, что надо. Эта лампочка простая лампочка светодиодная. Надеюсь, служить долго. 15 Вт, это 3 Вт. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите полного обзора. И, в общем-то, пока.